Братья, мы, как мусульмане, обязаны поддержать справедливость. Если эта территория земли принадлежит арцахскому народу, мы должны поддерживать арцахский народ. Так как Азербайджан ведет это не священная война, потому что у него закон Конституции Азербайджанской Республики, дьявольские законы, таутские законы, у них исламского ничего нету. Поэтому мы, мусульмане Кавказа, обязаны извещивать справедливость и поддержать справедливый народ. Поэтому политика Азербайджана, политика Турции, политика, кто поддерживает его союзные республики, все ведут политику против арцахского народа. Это беспредел. Это беспредел мы должны остановить. Мы должны наказать Азербайджан во имя Аллаха, милость милосердного. Поэтому они должны понимать, что такое милосердие сегодня. Если они сегодня не понимают милосердие нашего Аллаха, включают роги, как быки, короче, идут против кавказских народов. Мы обязаны, весь кавказский народ, поломать эти роги и выгнать из Кавказа азербайджанские республики, чтобы не существовали в Кавказе, за Кавказе, потому что от них исходит много беда, несчастья нашим народам. И нам они не дают справедливо жить на земле Кавказа. Дорогие мои братья, у каждого есть право выбора поддержать меня, как имама Лезгистана. Я призываю всех объединиться и создать сплоченный джамат полностью, и на этом джамате осудить во имя Аллаха все деяния Азербайджанской республики и наказать полностью Азербайджан. Да поможет нам Аллах всемогущий, всезнающий. Не имеет значения между мусульманами, христианами, между всеми народами должен находиться только справедливость Аллаха. Если мы пример, а для нас